Республика присоединилась к всероссийской акции «Национальный день посадки леса». В 10 городах и районах волонтеры высадили 20 тысяч деревьев и кустарников. Поучаствовал в проекте и Вячеслав Гайзер. Ольга Турьева тоже вооружилась лопатой. До Кочеяга Вячеслав Гайзер заглянул в столичный 104-й детский сад. В день посадки леса здесь появилась рябиновая аллея. Прикопаем! Вот, молодцы какие! Это будет новая аллея, почетная, посаженная такими почетными гостями. Мы сделаем таблички, чтобы и наши родители, и наши работники, и дети, чтобы самое главное знали, кто участвовал в посадке и в закладке вот этой рябиновой аллеи. В Кочеяге задача посложнее. Волонтерам предстоит засадить сосной 2 гектара вырубки. Поджали, потом сверху и 2 раза по бокам. Вправо, слева. Все, сеяния спряжаты. В ведрах 8 тысяч саженцев. Добровольцы работают в паре. Один с мечом, так называется эта специальная лопата, второй сажальщик. Напарник главы КОМИ, руководитель регионального комитета лесов Василий Осипов. Александр Михайлович, получается? А куда он денется-то? Да. Наука-то какая, ведь сложная, да? Ну, а что в жизни вообще просто, если этим серьезно заниматься? На вырубке дружно работают и первые лица, и волонтеры. В бой ринулись и журналисты. Не показывайте родителям отдачи, я сочкую. Микрофон и камеру на меч и ведра сменил и телеканал «Юрган». Первые сосенки сажаем под зорким оком лесничего. Копаем, окунаем. Тут два. Присыпаем, прижимаем корни, танцуем. Проверяем. Проверяем. Все, я нормально. Могу все будет. Спасибо. Пожалуйста. Как приживутся саженцы, лесничие проверят осенью. Тогда будет видно, сколько сосенок надо будет досадить. Я смотрю, вы сегодня тоже весь в глине. Ну так а как же? Нет, по крайней мере, хотя бы из пачки специально, чтобы все видели, что не так просто. Не боитесь, что вот тут мы добровольцы все первый раз сажали, но сколько приживется? Практика показывает, что добровольцы лучше сажают. Более тщательно, соответственно, технологию соблюдают. Настоящая сосновая роща здесь будет шуметь лет через 100. А все участники зеленой акции в качестве поощрительного приза получили годовалые саженцы в горшочках. Ольга Турьева, Олег Костромин, телеканал «Юрган», Сыктывкар, Сыктывдинский район. А в Эжвинском районе Сыктывкара появился зеленый пешеходный бульвар. По генплану до 2025 года здесь вырастет 4-й А-микрорайон. Через него и протянется новый бульвар. Хоть он называется «День посадки леса», мы вроде бы сажаем не лес, но я думаю, что мы делаем еще более нужное дело. Людям, которые здесь живут, я думаю, надо, чтобы было уютно здесь жить, было приятно жить. Была тень от деревьев, мы посадили акации, которые будут цвести, которые, я думаю, будут создавать хорошее настроение тем, кто здесь живет. В день леса в Эжве высадили кусты акации и сирени.